Инспекторы ГИБДД установили личность водителя внедорожника, который едва не врезался в толпу пешеходов. Полицейским помогла запись инцидента, выложенная в социальные сети. Сухая и жаркая погода придет в Удмуртию на выходные дни. По информации синоптиков, 16 и 17 июля температура воздуха прогреется в тени до плюс 24, плюс 29 градусов по Цельсию. В воскресенье возможны локальные кратковременные дожди, местами с грозами и усиление ветра. Изменился список участников хоккейного турнира имени Тарасова, который пройдет в Ижевске с 25 по 27 августа. Вместо клуба «Челны» в столицу Удмуртии приедет «Волжская Ариада». Специалисты ижевской компании «Латум» разработали открытки об Удмуртии с дополненной реальностью. Их презентация состоится на удмуртском национальном празднике «Гербер» в Москве. Автопробег с участием уникальных ретро-автомобилей и моделей современного российского автопрома состоится в субботу, 16 июля.